Слышал, вам нужна помощь? Мы прибыли, как только смогли. Ну, генерал, отдохнули и хватит. Ах ты, ловкий сукин сын. Ты последний, кого я ожидал здесь увидеть. Простите, что прерываю, но местные все никак не успокоятся. Спасибо, что спасли. Но надеюсь, вы тут не одни. Генерал, у меня всегда найдется туз в рукаве. Может, ты и чертов пират, Рейнер, но сегодня ты спас моих ребят. Я этого не забуду. Это было не так уж и сложно. Оружие к бою, Джимми! Этих уродов тут целая туча. Это величайшее сафари в галактике. Не хочу обламывать тебя, Тайкус, но нам пора двигать в район главного улья. Не лучший план, старик. Они прут из воздуха, из-под земли. При таком раскладе мы никуда не двинем. Умеешь поддержать, Тайкус. Как самочувствие, генерал? Чертов яд! Велел медикам ампутировать руку, чтобы скорее вернуться на фронт. Только вот никак не приду в форму. Решил передать командование тебе. Я все понимаю. Трудно вам. Трудно? Эх, сынок. Это все цветочки по сравнению с тем, что тебя ждет. Чтобы добраться до главного улья, тебе придется выбрать между атакой наземных или воздушных сил. Времени на все не хватит. Не волнуйтесь, генерал. С зергами я справлюсь. А вы давайте-ка отправляйтесь на корабль и лечитесь. Это приказ. Благодаря вам мы смогли расчистить посадочную площадку. Генерал Ворфилд считает, что прямая атака на главный улей в данных условиях станет чистой воды самоубийством. Чтобы повысить шансы на победу, мы должны подорвать воздушную или наземную оборону зергов.